Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Триває Всесвітній тиждень боротьби з глаукомою. Про причини, симптоми та лікування цієї хвороби сьогодні будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» професор кафедри офтальмології Дніпровського державного медичного університету Валерій Сердюк. Валерій Миколаєвич, я вас вітаю у нашому прес-центрі. Так, почнемо, напевно, з очевидного питання, що таке глаукома, що це за захворювання. Глаукома – это такое хроническое, и сразу скажу, это неизлечимое заболевание, которое в своей основе оно полиэтиологическое, то есть причины его могут быть совершенно разные, но все это заканчивается гибелью ганглионарных клеток и развитием так называемой глаукоматозной оптической нейропатии. Помимо этого может присоединяться, мы так думали на протяжении многих лет, присоединяться и высокое внутриглазное давление. И мы по-прежнему стараемся, в общем-то, ориентироваться на высокое внутриглазное давление, потому что оно является одним из основных маркеров развития и прогрессирования глаукомы. А от ви вже зазначили про причини, які ж причини появи і розвитку глаукоми? Да, причини різні. Вони можуть бути від врожденного характеру причин. Це є так звана врожденная глаукома, яка вже изначально внутріутробно детермінована. Є також глаукома приобретенная, но она тоже имеет, в общем-то, и особенности, то, что человек наследует от своих предков это заболевание, либо она может быть и носить приобретенный характер, то есть сопутствовать другие заболевания, такие как гипертоническую болезнь, сосудистую дистонию, нейродегенеративные заболевания, особенно демиелинизирующие заболевания, такие как рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, Паркинсона. Это также могут быть заболевания, такие как воспалительные заболевания глаз. Это могут быть, прежде всего, сахарный диабет. А кто в группе риска? Есть такая категория людей? Ну вот все те, о которых я сказал, ситуация тех, кто страдает и гипертонией, и дистониями, либо гипертонией, либо наоборот гипотонией. Все те наши жители, которые, в общем-то, сопровождают вот эти признаки или причины, от которых развивается глаукома, в общем-то, они являются в группе риска, они принадлежат той группе риска. А які симптоми цього захворювання? Часто глаукома протікає безсимптомно, це первична глаукома. І чоловік совершенно внезапно определяє те, що каким-то із глаз, або правим, або левим, починає не бачити. К сожалению, так і відбувається. Тобто глаукома протікає безсимптомно. Это первичная глаукома. Если мы говорим о других видах глаукомы, связанной, например, скажем, там, с большим хрусталиком, когда вы начинаете чувствовать тяжесть в той или иной височной половине головы. Если вы просыпаетесь утром и чувствуете о том, что не выспались, потому что какое-то ощущение такое, скажем, усталости или тяжести, особенно в области лобной части или теменной части. Если вы видите о том, что, заходя в темную комнату, вы уже начинаете не так ориентироваться, как ориентировались раньше, потому что человеку достаточно где-то через 20-30 минут абсолютно хорошо ориентироваться за счет палочек, за счет таких рецепторов специфических, которые есть в глазу, ориентироваться в темной комнате. Он видит предметы, он видит вот такое предметное зрение, но при глаукоме начинают страдать вот эти палочки и периферическое зрение, и поэтому, заходя в темную комнату, вы уже очень тяжело ориентируетесь в ней. Вот, если вы не можете сориентироваться на протяжении получаса, часа, вам нужно будет обратиться обязательно к офтальмологу. Также появление радужных кругов перед глазом, то есть вы смотрите на яркий свет, особенно в сумеречное время, выходите на улицу и понимаете о том, что вокруг светящегося фонаря вы видите радужные круги. Это тоже один из симптомов развития этой болезни. Ви вже зазначили, от декілька разів там є первинна, наприклад, глаукома. Які взагалі форми і стадії цієї хвороби бувають? Ну, глаукома протікає і проходить 4 основні стадії. Це, якщо ми говоримо о первичній глаукомі, але є і вторична глаукома, яка може одразу входити в розвиту стадію, в термінальну стадію. Тому це особливо стосується діабету. При диабете молниеносно проходит глаукома, и человек с абсолютного полного благополучия, скажем так, за 3 месяца где-то совершенно становится слепым. Это очень грозное заболевание, и на сегодня
официально сегодня в мире существует от 60 до 100 миллионов больных на глаукому, хотя где-то 1,5 миллиарда это просто те пациенты, которые, это наши пациенты, глазные пациенты, они страдают на зрение. Вот. И где-то около 40 миллионов, быть точным, 39 миллионов на сегодняшний день являются абсолютно слепыми по миру. Глаукома стремительно развивается. В год мы выявляем где-то порядка от 7 миллионов, это по миру. Если мы говорим по Украине, то мы выявляем где-то глаукомы порядка 17 тысяч пациентов в год. Вот по Днепропетровской области это где-то в районе 1,5–2 тисячі. Дякую за відповідь. Як діагностується та лікується глаукома? Глаукома – це заболівання, яке нельзя лечить самостоятельно, то есть оно самолечению не подлежит. И когда вам ставит офтальмолог, а именно офтальмолог вам ставит диагноз глаукома, это достаточно грозный диагноз. Я вначале говорил о том, что неизлечимое заболевание, то есть это заболевание, которое ставится вам на всю жизнь. Диагноз глаукома больше никогда не снимается. И поэтому, естественно, поскольку это такое грозное заболевание, которое может привести к полной слепоте, оно требует коррекции вашего лечения. И коррекцию лечения должен проводить только офтальмолог. Начинается лечение с капель, которые он назначает. Это капли, которые стабилизируют в основном внутриглазное давление и поддерживают зрительный нерв. Далее, если больному уже установлен диагноз, то вы должны посещать своего офтальмолога не реже, чем раз в 2 месяца. При этом, приходя к нему, вы опять-таки смотрите, хватает ли режима тех капель, которые он назначил, нет ли прогрессирования глаукомы и глаукоматозной оптикопатии, то есть гибели зрительного нерва. И только в этом случае вы продолжаете такое лечение. Если нет, есть также методы лазерного лечения и хирургические методы лечения. Это уже мы в развившихся стадиях глаукомы применяем и такие методы. Якщо говорити за Дніпро, то які сучасні методи лікування глаукоми є в нашому місті? Ну, я скажу так, на сьогоднішній день существует, ну, на мой взгляд, единственное абсолютно профессиональное, сформированное под все мировые протоколы учреждение, это Днепропетровская областная клиническая офтальмологическая больница, где выполняется полный протокол обследования и лечения глаукомы, всех видов глаукомы, в том числе и ювенильной глаукомы, и первичные глаукомы, и вторичные глаукомы, которые вызваны другими заболеваниями, такими атеросклероз, как я говорил уже, диабет и прочее. Що не можна робити при глаукомі? От поради пацієнтам, які страждають на цю хворобу в жодному разі? Ну, во-первых, нужно будет всегда обратиться к врачу и откорректировать абсолютно свой лечебный статус. То есть, в общем-то, как бы вы должны понимать, и самое главное, выполнять его очень тщательно, потому что, не выполняя рекомендации офтальмолога, тут два момента. Либо вы не доверяете этому офтальмологу, либо офтальмолог мог ошибиться. Поэтому в этой ситуации вы обязательно, все-таки я всем рекомендую и советую, пройти весь протокол и обязательно посетить нашу областную клиническую офтальмологическую больницу для того, чтобы пройти полный протокол обследования на глаукому. Потому что глаукома, она совершенно разная. И лечение тоже разное. Поэтому в этой ситуации как бы я рекомендовал все-таки, еще раз я повторяю, ориентироваться на классную диагностику и потом уже определиться с доктором, которому вы будете абсолютно четко доверять, и уже в дальнейшем, потому что всю свою жизнь вы будете прикованы в этой ситуации к этой схеме лечения и к этому доктору. Якщо людина не лікує глаукому, вона, наприклад, ви тут сказали, безсимптомно майже протікає, вона не звертає уваги на ці симптоми, які можуть бути наслідки? Сліпота. Слепота. Через 3 месяца может наступить полная слепота. Так бывает часто. С одним из глаз, то есть человек не обращает внимания, потом соринка попадает в какой-то из глаз, в правый, например, там, где развивалась глаукома, и начинает понимать, что он этим глазом уже не видит. Приходит к нам, и, к сожалению, мы уже ничем ему помочь не можем. Все лечение направлено всегда на то, чтобы сохранить то зрение, которое есть, потому что идет необратимая атрофия зрительного нерва, которая, в общем-то, приводит к полной слепоте. Поэтому чем раньше вы приходите к врачу, чем раньше начинается лечение, тем чем вы более педантично заняты своим собственным лечением и серьезно относитесь к тем назначениям, которые сделал врач, тем вы дольше будете видеть и, в общем-то, тем больше шансов у вас продлить ваше зрение.
Ви зазначили про лікування глаукоми лазером. Які особливості саме такого лікування глаукоми і наскільки воно дієве сьогодні? Ну, во-первых, учреждение, где вы проводите лазерное лечение, должно иметь соответствующие лазеры. Это разные лазеры. Вот, на сегодня есть так называемые желтые лазеры или СЛТ-лазеры, которые позволяют немножко разбивать те зоны, куда происходит фильтрация жидкости из глаза, то есть снижается внутриглазное давление. Есть и другие прижигающие лазеры, поэтому прежде всего надо ориентироваться на различную аппаратуру и на возможность этой клиники оказать вам различную помощь. Вот. Ну а лазерное лечение, ну, это абсолютно в мире доказано о том, что оно работает на ранних стадиях развития глаукомы и дает возможность продлить состояние до хирургического лечения. Как правило, глаукома все равно развивается и все заканчивается потом хирургическим лечением. А чи може такий метод лікування якось закінчитися не по плану лікаря, скажімо так, і пацієнта? Бували такі випадки, можливо? Ну, завжди є таке. Діло в тому, що як тільки ми касаємося глаза, глаз – це такий орган, який може реагувати абсолютно навіть на прикосновення. Поэтому, і в тому числі на хірургічне. Поэтому, звісно ж, є определенний процент осложнений, в тому числі і лазерного лечення, і хірургічного лечення. И как правило, это сопряжено с вторичными видами глаукомы. Это при сопутствующих заболеваниях, когда организм не справляется с травмой, потому что любое оперативное вмешательство или лазерное вмешательство – это травма, это ответ на травму, это стресс для организма, и тут дальше уже как поведет себя организм. А який из методов вы бы назвали більш ефективним та дієвим? Тот, который соответствует, ну, скажем так, той форме глаукомы и той стадии уже ее развития, которую диагностировал врач. Вот здесь лечение совершенно разное, поэтому тут надо доверять очень профессиональному, качественному врачу. Дякую, відповідь, будь ласка, запитання. Мікрофон, так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи можна якось попередити захворювання з глаукомою? Да, я думаю, учитывая вот те все факторы, факторы риска развития глаукомы, вы должны о них понимать. Но прежде всего, если у вас уже сформирован анамнез, то есть вы понимаете, что кто-то из родственников у вас болел на глаукому, да, страдал глаукомой. То есть, в общем-то, начиная с 40 лет, вы уже должны посетить офтальмолога. И даже если вы себя чувствуете комфортно, еще раз перепроверить, нет ли у вас уже, скажем так, бессимптомно развивающаяся глаукома. А какие возможности профилактики вы есть взагалі в Дніпрі? Ну, профилактики – это исключение всех тех факторов, о которых я сказал. То есть, в общем-то, если это стресс, значит, соответственно, вам нужно каким-то образом избегать стресса или прийти к врачу, и, соответственно, надо принимать седативные препараты, которые будут давать возможность вам, в общем-то, избежать этот стресс. Вот. Если речь идет о диабете, значит, соответственно, вам нужно будет компенсировать ваш диабет, вам надо постоянно находиться под контролем вашего эндокринолога, и вы понимаете о том, что если диабет течет больше 10-15 лет, то там уже присоединяется и офтальмолог, и обязательно нужно посетить офтальмолога. То есть, в общем-то, как бы, даже если у вас нет симптомов, у вас неплохое зрение, все равно нужно будет прийти. Почему? Потому что есть такие так называемые ранние признаки развития глаукомы, которые может диагностировать только врач. Только врач, если у него есть хорошее диагностическое оборудование. Вот даже иногда есть у нас такой вид исследования, как называется, зрительные вызванные потенциалы, который совершенно объективно может, независимо от вашего сознания, может сказать о состоянии вашего зрительного нерва, то бишь. Он определяет амплитуду и латентность. По амплитуде мы видим, если проводимость соответствует вашей возрастной норме, значит норма. Если уже снижается амплитуда, это говорит о том, что там может развиваться глаукома. Это такие очень тонкие методы, я еще раз повторяю, которые соответствуют мировому протоколу, но они должны быть в каждой клинике. Но на сегодня такие возможности есть только в областной клинической офтальмологической больнице. Взагалі глаукома починається розвиватися десь від 40 років, чи може у дитини, якщо немає там… Ну, я вже говорив, що є врождена глаукома, є ювенільна глаукома, є глаукома раннього віку, є вторична глаукома, яка визвана, наприклад, скажімо, розвитком опухолі в глазу, або, скажімо, там, допустим, скажімо, серцево-судинна аварія, якщо произошло кровоізлияння в глаз, це геморагічна глаукома. Тобто їх дуже велике кількість різних глауком. Тому глаукома – це те заболівання, яке може зустрічатися в любом возрасте. Но когда мы говорим о первичной открытоугольной глаукоме, которая идет бессимптомно, то она, как правило, развивается с 40-45 лет. Как часто потребно ходить до офтальмолога? Ну, обязательно нужно посетить где-то хотя бы раз в 2-3 года офтальмолога.
когда вы уже чувствуете после 40-45 лет. Если выявлена глаукома и начальная глаукома, то посещение должно быть не реже раз в 2 месяца, а если уже развитая глаукома, то, в общем-то, по нескольку раз, 2 раза в месяц. Дякую. Дякую за відповідь. Пропоную підсумувати нашу прес-конференцію. Чим небезпечна глаукома і чому, як ми вже зазначили, треба проходити повні обстеження, аби її, скажімо так, попередити цю хворобу? Ну, самая большая опасность этого заболевания то, что оно ведет к слепоте. И мы с вами должны понимать о том, что став слепым, мы больше никогда не увидим окружающий мир в том объеме красок, возможностей, которые предоставляет нам жизнь. Поэтому к зрению надо относиться очень бережно. И если, я еще раз повторяю, вам поставили диагноз глаукомы, это очень грозный диагноз. И здесь надо быть предельно внимательным, предельно аккуратным, педантичным в уже соблюдении тех рекомендаций, которые вам дает офтальмолог. И обязательно, конечно же, выбрать себе клинику и профессионального человека, который будет дальше с вами уже всю оставшуюся жизнь. Дякую вам за відповідь, дякую за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про боротьбу з глаукомою, причини, симптоми та лікування цієї хвороби. Відповідав на всі наші запитання професор кафедри офтальмології Дніпровського державного медичного університету, доктор медичних наук, заслужений лікар України Валерій Сердюк. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемагайте!